На пиве водки Ваня? Я могу на БТК зайти. Понял, сейчас. Что это, братец? Кто нужен тебе? Вот у меня есть, короче, смотри, у меня теперь обнова. Помимо совы, у меня есть мишка 6.0. Ага, вот так вот, да? Мы доверяем коллегам. Нет, кем зайти? Блять, ягер взял. Ой, тьфу. Контужен он мне. Но самонитель. О, ништяк. Кто второй танк, блядь? Орехи первый такие. Тогда. Один Кирилл, другой Войт. Войт в коте сейчас. Тебя кому? Лимошка только 40 косарей. Все, больше ни у кого нет. Он где-то в ебенях. Да попал пиздец. Охуеть. Охуеть ты. Почему не PX2? О, пацаны, поздравляю. С юбилеем. Ну, юбилей это, по-моему, круглая дата, нет? 2 года. Ну, ты мне будет 5-10, блядь, ну, не знаю. А, блядь! Заебись.
Я по наоборот, кто бьет печеньку, я не могу на ней агро набить. Ну, протопал просто первый ворвался, я командира там нажал, огонь кинул, блядь, потом он обратно на протопала побежал, чему хуй знает, либо там прожал, либо че, не знаю. Я не знаю, там что-то там встал после моих корней. И все, и забагался, он тут стоит. О, заебись. Извини, не знал. Просто на мне был, как бы, я не подумал то, что там просто так поможет. Подождите, я ж еще не это при сумонте покупал. Да, да. Привет всем. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе. Как заебись дергают. А, нормально. У меня прожимок нету, если что. На КД. Друид просаживается, ты просаживай. Бля, пацаны, нечем прожиматься. Тысячи заменок. Ого! Молчу. Да это я виноват, тысячи извинений, я просто не танчил РС, вот, наверное. Заебись тактика, блядь. Справа трэш.
Пойди дайте столик. Маги, столик, близ. Там еще ума посмотри. Да ты где такой заряженный появился? Срываешь, да срываешь меня постоянно. И все руки-то оторву. Она. Блять, ладно, через маунта. Уйди, блядь, от меня, сука, кретин. Приз-то все, блядь, не в метку не сбегаться, надо убегать с того, с рейдера. А то он стал, блядь, очень быстрее. Да, тоже заметил такую хуйню в последнее время. У меня посметка упала, но в одну сторону бежали. Я не даю. Да, да, есть уже рисунки в спек-холле. Да, бро, бро. Я на первую копию, да? Да. Так, а жрецу никого хилить? Акцент на танков или на кого?
Цирк приехал. Угу. Твоё страдание. А меня никто не хилил. Бля, спереди кусок постоянно стоял. Страшные события. Я думал-то, сорян то, что с тебя забирал мини-босса. Я думал то, что это протопал к сходу луны. А это Холик оказался. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. Там просто копия сразу на Полипалу побежала, его убила, и потом... Есть. Убивались расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в свете. Ну, Слава, знаешь, чего дома тут, который стоит этот грит? Там вот напротив, ну, вот, в иконке имени, если красный горит под квадратик, значит, агрономия. Ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно: их нужно остановить. Не трать мое время. Собака побежала. Нам сейчас трещняк надо. Ну, 4 хила захилить, думаю. Видел кто-нибудь сову, короче? Наполовину в медведе, наполовину. Конечно, вот видел, вот посмотри. И еще без маны. Так я еще и без маны, пацаны. Вообще огонь. Глупо было и надеяться.
Давайте, бейте, блядь. Пиздец опасные нахуй, ребята, да. Нет. Почти 6К. Да. Я в 5,7 вчера его танчил. Подожди, дай мне попахнуть, не знаю, не начинай. Попахнуть в лоб. Ну, маны не было, блядь, от пиццы. Вов, не коня там. Вор, этот, воркис, вов, не коня там, блядь. Кому нам нужны факелы жонглёра, пацаны? Блять, я шмот не сменил, сука. Небеса в огне. Не вызвала даже где. Половину детства, пожалуйста, поле.
Блять, с меткой будешь выходить? Да ё-моё! Я сейчас только что... Да, объясни ему, пускай он не стоит возле меня, потому что босс агрится на него. Я ему сказал отойти, а он прыгнул в портал. Ты уже лей сразу туда, блядь, ему только появляется. Нахуя он это сделал, я тоже не понял. Я ему сказал отойти. Вообще стоят холи паладины и стоят там, где красное дерево, в том краю. Холодца возьму. Там виноват. Видать, он никуда и не ходит. Как вы заебали пулить? Может, на ХП крикнет? По нему БР дал, по какой-то я останусь. Уже помялся. Кулипал опять зашел. Кершам, останься со мной, не заходи. Да, Кершам. Кершама остался. А, Кулипал не зашел, вот он тут стоит, тогда Кершама иди. Алло, меня выкинуло, блядь.
Захожу. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные. Аткер дохлый, блять. Ты уж лезвием съебашила. Да. Я ж, блядь, в духе уже вышел с тела. Пацаны, вы сегодня будем брать, блядь. Тут люди от метеорита умирают, я походу. Свет кто-нибудь слышал, половина попадает. Свет 30, свет, ой, тьма 30 же, блядь. Опять сдохли? Пиздец, блядь. Да. Нет, тут спелят коряво, прям пиздец, под боссом диспелили тоже этот. Тут что-то творится, будет цирк. Да тут, короче, можно падать. Нет, я стою, хильте меня, хильте, шаман красавчик. Меня хиль, не хиль, этих раков пусть падают. Короче, можно убить, походу. И 4 миллиона осталось. Убьем ее сейчас, убьем. Хильте, главное, меня. 50, то есть мне... Надо бы... А, 50. ФС, свету, дай им на ману. Мама, хил. Остерегайтесь теней. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Все упали. Тут осталось, пиздец. Человека 4, кто бьет. И Шам, красавчик, молодец, держится. Тут дисплят, короче. Срывают, не знаю, кто срал. Сейчас вот сорвал, там трое умерло у нас. Ботинки выпали танковские, заебись, я за ними не шел. Много людей на танк ролит? Да ты гонишь, блядь. Тебе надо кожаные, а мне тканевые отдавать. Не пизди. А, да, я тоже не порву, кстати. Это. А, ну я вон мало докинул. Огонь. На успех. Маша, как я и говорил, сейчас нарулишь одни камни, сейчас ботинки упадут, еще 3 рули. Учитывая, что мы, блин, с тобой сейчас накрутили 10 к мане, 5 камней,
Сейчас придется крутить слоган там, я уже не знаю, где брать бабки. А ты мне на престаж, что ли, начислишь, ладно? Потому что я ляпнутой ходил из гильдии, можете на приста начислить тоже? На того, на Машиного. Не мог. Но там у меня, смотри, еще один прист в гильдии, истерика. Да. Ну я сейчас на нем буду играть, мы там с Машей будем делать его вместе. Мне надо 7 камней, где их брать? Смотри, идешь на Лола, получаешь там 20 косарей за всех квест. Плюс 2 камня. Да я понял тебе. Да, слава, все. Это не в сию минуту же. Хочется в сию. Это, подожди, Слав, все, я зашла сейчас. А вы куда сейчас опять идете? Еще одну резку. По бычку? А нет, давайте. Че-че-че? Лучше, наверное, ссылка. Людей мало. Так куда в итоге идем-то? На кого же? ППГ. Как там, целка в 4 по расписанию, да? Это может быть и сейчас. Сейчас, да, подождите, тут все ПГП решают, пока заходи. Резко, обычку? У меня ГП много. Такие РС куда вы собрали? Решили идти? Заходи, престол. Могу ДЦ пойти, но он не с гильдии, с вашей. Сейчас я тут Андрю... Я сейчас тут Андрюху развожу на 4 камня. Сейчас он мне их отдаст сначала. Я сейчас зайду. Прошлым рейдом в хиле был. Приветствую.
у кого есть 3 камня величественного циркония, а я ему взамен дам 5 блестящих величественных циркония. Ты что за блестящие, блядь? А? Что за блестящие такие? А, плюс 10 к мане каждые 5 секунд. Маша, спасибо тебе. Поменяю 3 на 5. Это хорошее предложение. Ты ошиблась, не те камушки запилила, вот. Они на аукционе стоят так же, как и, ну, как и на 30 выносливость, там чуть дешевле вроде. В любом случае выгодней. Сашка, ты идешь или что? Куда я хочу камни воткнуть сюда? А то у меня больше из паладин, я не могу, я без камней летаю. Ты хочешь, собрали почти. А, сейчас, секундочку. Похожу сейчас. Мне чешка нужна там на приста. На хила, короче. Надеюсь, она упадет. Я сейчас поставлю плюс волча, дайте пати. Плюс. Да че ж вы все читаете неправильно? Там по-русски же написано. Доктор Хаус. Дракарис, блядь. Кто-то др делает. Кто-то заводиться начинает, как мотоцикл, блядь. Сам ор начинается, когда люди начинают, там, на мне метка, люди начинают др. Какие квесты тут? А что так Рид быстро собрался? Мрак здесь? БДК есть. Заходи на портовар. Пришел какой вар. Что, никто не хочет поменяться на камни?
уже готовые. Опять штук три величественного циркония. Погнал, слышишь, потом мы купишь те, которые нужны. Что сделать? Погнал, слышишь, на аукцион. Что, я еще буду ходить 15 лет без камней? Они же востребованы, их быстро купят, как ты говоришь. Да, это лыганские камни, 10 кмани, 5 каждые 5 секунд. Ювелир есть? Сука, ювелир есть? Есть. Ну-ка, лит коней. Там какой-то пишет «Аметеот». Я смотрю, оранжевых ни у кого нету в качественных. У меня есть все рецепты, но я не те камни обычно запиливаю, поэтому я уже боюсь предлагать даже. Там синие камни, я вообще не знаю, где ты взяла их. Я их ни у кого вообще не видел, таких камней. Плюс 10 кмани каждые 5 секунд. Вообще не знаю, зачем они нужны. Это на кого такие камни идут? Ну чё, петухи, ой, орлы, погнали. Алло. Кисуля, ты тут? Я тут. Сделаешь камни? Давай, давай. Так, блядь, погнали, алло, все, я пулю. А что, на СПД и... Сейчас скажу. Войтов, а как такие, вот такие вот камни, сокрытые, они перебейте, пробудите, перебейте, блядь. Где три, да? Так, да, три. Где-то есть такие обмен. Кому говоришь, Маш? Да вот, Саш. Спасибо.
Приветствую. Ничего, есть там какой-нибудь? Пробовал сегодня в РСке? Да. А есть место? Вон там. Слава, ты куда-то заходишь куда-то или что? Так, Сихил могу уступить место. Если Сихил есть, то могу уступить. На кого ты заходишь, Слава? На БДК? Все, камни поменял. Все есть. Хосты 1391. Ангра. Кто там танчик? Второй кто? Танк. Второй, говорят, кто второй? Больше, что ли? Блин, давайте холодцу место уступлю, пойду отдохну. Поем. Холодец, иди. Давай мне место, я Хантом. Ну или вон Хантом, кто там. Я пойду отдохну немного. Плюсанул гильду, если чё. Что вы меня кикнули? Доктор Хаус. Ну да. Ну, Олег придет, кикнет, права же забрал. Ну так пусть вступает персонажем к нам.
Кто танки у нас? Блядь, кто умер, вставайте, сука, летите сами. Чего вы лежите, блядь? Как так получилось? Откуда он пришел вообще? Почему трэш там стоит, а он тут? Пиздец, подкался незаметно. Вы это видели? Не-не-не, вы это видели вообще? Командир такой из-за дерева вышел просто на войд. Ну может он пулил и притворился мертвым. А, да? Может быть, но не факт. Ну ханты, ну доп еб это. Кто это сделал? Хилик это сделал. Не-не-не-не. Элен Хантер. Красавчик. Лорд Сноу. Блядь, ни одного из них слева нету. Я вам что хотел сказать? Что вы меня как... Я говорю за то, что, блин, я только что с вами протопалом ходил. А то, что я в кунтах, я в каждой гильдии, если что теперь. Это какой-то, ну, как-то нелогично. Кика человека только из-за того, что он в чей-то. А я уже не пойду никуда, просто, это как-то нелогично. С вами только что ходил, вас это не смущало, что я был с кунтов, ну, не знаю. Не сообщу. Это будет секретная информация. Сейчас РК выкидываю его. Ну, он был, блядь, в прошлом рейде. Надо его было не выгонять, просто забанить нахуй. И он был в прошлом рейде у нас. Ну на кого ЕП он там получал? По-моему, на истерик или ляпнут, или как-то так хуй. Лилию вроде бы получал, нет? Сначала точечно начислял. Точечно по Лилии, а потом по истерике. По следующему тот точечно ты дал истерика. Ну ты спрашивал у них просто того человека. Я спросил, у них нет. Не, надо выяснить эту хуйню. И кикнем все. Это мой, блин, приз, что непонятного. Дамочка, что вы говорите еще раз? Женщина, куда вы лезете? Да, есть. Мы уже, блядь, забыл, какие кнопки нажимать, сука. Да я уже свичнул. Сейчас, хуйня, разбираюсь. Не достаю. Куда, пахните?
Паладин, пишите, что вы бафали, а я другой дам. Да? Вроде нету квестов, но сейчас кричат все то, что так не надо. По хантам кулак дай. Ты охерел сейчас? Кто такой Элвин Саня, Форка? Эл. Элвин Хантер. Не он, который заходил? Да нет. Блядь, тот, короче, был на паладине ляпнутый. В гильдии он у нас истерика. Вот этот, который Кент мне как бы... Тогда я проебался. Он на кого-то же ЕП получал? Но значит, Маша знает его персонажа, который у нас гильдии. Просто, я не знаю, значит, это... Маша, просто, значит, у пацана острый язычок. Значит, Маша. Почему Маша не выдает? Значит, хорошие дела. Я еще раз и повторяю, что он заходил на моего приста, понимаете? Он думал пойти моим престом и пошел своим паладином. Ник его паладина какой? Он не в гильдии нашей. Цирк приехал. Ну, трэш. Хильд, хильд. В мире хватает героев и без тебя. В мире хватает героев и без тебя. Убить надо просто. Но он там весь трэш убили. Коллеги,
Умрите, пожалуйста. В мире хватает героев и бес. От души. Всем привет. Что там? Можно писать, на кого ролить, да? Нужно больше маны. Это заклинание еще не готово. Цирк приехал. Блядь, шмотку второго босса не сменил. Я думаю, что хил такой херовый. Патруля, отойдите туда, откинет. Ну, все, почти. А вот там, блядь, мобы если выйдут. Кулак он там. Бое сильнее страдания. Верните Сэнда. Там еще один босс. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище.
Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и больше... Че, хочешь хрена погаюзит? В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Дайте, раздайте бафы. 300 баф, кулак. Я могу покаяние хуйнуть. Можешь. Да, если могу найти войско на панели, да, он нашел. Чё, я МП-5 раскидываю, да, паладина? Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Этот мир вот-вот соскользнёт. Блядь! Это мои эти бутылаки конкретно. Разрушение! Ягер, перебежим, постоянно что там эти гимн надо. Тотем, ставь тотем, Ягер, я гимн даю. Где пати для тупых можно? Что на самом деле не в рейде? Ну, в смысле, не в инсте. А кто сагрил вообще? Какой это молодец? Это войско сагрило. А чьи они были?
Был бы как есть. Десять два готовься. Дайте гимн на манул фету. Мана вообще по нулям. Я уже кинул. Метка не выходит так. Я хотел ее с дисплея. Ваша последняя победа. Насладитесь сполна ее вкусом. Ибо как... О! Кольцо! Козырно, да, пацаны? Сгинет в огне. А кто вообще саверил, блять? Вот я хочу... Поиск эстедера Сагрена. Это Ягер Сагрен. Вот как так, а? Как после этого жить? Перенеси в другое окно, чат, в чем проблема, Слава, блядь? Ты такие вещи говоришь, какие-то ну... Я жал правой кнопкой, блядь, перенести в отдельное окно, блядь, все. Кирилл, ты мувики смотрел хоть раз у него? Видел, как какой-то вообще? Кто осмелился призвать меня? Не могу пригласить члена другой группы. Войд блогер на новый ник, да.
Давай за ТЦ дай зайду, Слава. У меня нет холиписта. Лучше быть нормальным ТЦ, чем хуёвым холипистом. Я себе начислил.